Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новая история стран Европы и Америки». Сегодня мы начинаем с вами последний блок или модуль нашего курса, который звучит так. Германия, Австрия, Италия в новое время, Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Мы рассмотрим сегодня три вопроса. Я надеюсь, что мы успеем это сделать. Германские государства в новое время, германское просвещение и культура, франко-прусская война и провозглашение Германской империи, канцлерство Отто фон Бисмарка, а также вопрос о монархии Габсбургов в новое время и Австро-Венгерской империи. Сразу же скажу вам о рекомендуемой литературе. Это книга, сборник лекций известного профессора Виппера «История нового времени». Учебное пособие «Киев, 97-й год издания». Это история современной Италии Канделоро. Это германская история, книга Патрушева, Москва, 2003 год издания. Это книжка Пономарева Смирнова «Новая и новейшая история стран Европы, Америки. Практические пособия в трех частях. Москва, 2000 год издания». Сборник документов по истории нового времени, экономическое развитие, внутренняя политика стран Европы и Америки, Москва, 89-й год издания, а также несколько работ, связанных с персоналиями. Монография Людвига, последний Гогенцоллерн, Вильгельм II, Москва, 91-й год издания. Ришелье, Кромвель, Наполеон I, князь Бисмарк, биографические очерки, Москва, 94-й год издания. И монография Чубинского под названием «Бисмарк. Биография. Санкт-Петербург. 1997 год издания». Итак, в течение нескольких веков Германия входила в состав Священной Римской империи, образованной еще в средние века германским королем Антоном I в 962 году и существовавшей до 1806 года. Надо сказать, что к началу нового времени германские государства представляли собой характерное для средневековой феодальной раздробленности так называемое лоскутное одеяло. То есть на территории нынешней современной ФРГ насчитывалось до 1500 разного рода государственных образований. Княжеств, в земель, городов, вольных городов и множество-множество других мелких, действительно очень мелких государственных образований. Поговорим о выдающемся германском просвещении. Имея мужество пользоваться собственным умом. Так немецкий философ Иммануил Кант, который жил в Кёнигсберге, ныне Калининград российский, да, вот так Кант определил суть умонастроений своей эпохи, которую назвали веком просвещения. Важным результатом развития империи германской к концу 18 века был процесс складывания единой немецкой нации, хотя он и затруднялся раздробленностью на многие территориальные государства. Их жители считали себя в первую очередь баварцами, саксонцами, баденцами и так далее. Существовали множество диалектов, которые сильно отличались друг от друга. Например, баварец с большим трудом понимал саксонца или мекленбуржца. Это затрудняло выработку единого немецкого национального сознания. Единство зарождавшейся немецкой нации проявлялось в первую очередь в области культуры. Уже во второй половине 17 века среди передовых ученых набирает силу движение за создание единого литературного немецкого языка. С этой целью создаются специальные общества. Во второй половине 18 века литературный язык уже получил широкое распространение. Немецкий язык становится языком науки. Юрист Томазиус первым в 1687 году стал читать университетские лекции не по латыни, а по-немецки, а впоследствии сыграл видную роль в основании университета в Галле. Так начала проявлять себя возникшая с конца 17 века идеология немецкого просвещения. Перенимая передовые европейские идеи, представители немецкого просвещения развивали немецкие культурные традиции. Германские просветители сыграли огромную роль в развитии национального самосознания немецкого народа, распространении передовых идей. Видными представителями немецкого просвещения были универсально образованные ученые Готфрид Лейбниц и Христиан Вольф. А наиболее крупным философом немецкого просвещения был уже упоминавшийся Иммануил Кант. В распространении идей просвещения заметное место занимали немецкие университеты, число которых было значительно больше, чем в других странах. Вот, к примеру, в 1770 году существовало 40 немецких, 23 французских, 2 английских и 1 московский университет в России. То есть, смотрите, да, немецких университетов было больше, чем французских, английских и российских вместе взятых.
Идеи просвещения были исходным моментом для развития немецкой классической литературы и музыки. Немецкое просвещение внесло огромный вклад в сокровищницу культуры всего человечества. Вспомните Гёте, Гейне, Шеллинга, очень-очень многих Гегеля и многих-многих других немецких философов, писателей, мыслителей и так далее. Надо сказать, что очень большим событием для Германии стала 30-летняя война 1618-48 годов. Германия пострадала от этой войны больше всех воевавших государств, и в ней сохранялась политическая раздробленность страны. И большую роль сыграли также наполеонские войны после падения Наполеонской империи в 1815 году. Самым сильным государством из всей раздробленной Германии было прусское государство, Пруссия. Более быстро развивалась промышленность в западных областях Пруссии, Вестфалии, Саксонском королевстве, Силезии. Сохранившиеся введенные Наполеоном буржуазные законы обеспечили интенсивное развитие капитализма. Набирало темпы железнодорожное строительство с середины 19 века. Но в целом развитие промышленности Германии пока заметно отставало от Англии и Франции. Дальнейшее развитие капитализма в Германии затрудняли политическая раздробленность, абсолютные монархии в большинстве немецких государств, внутренние таможенные пошлины, произвол чиновников и помещиков. Все это послужило причинами революции 1848-49 годов в Германии. Главной задачей революции было уничтожение феодальной раздробленности и политическое объединение страны. Революция в Германии началась в марте 1848 года массовыми выступлениями в Бадене, Гессендармштадте, Баварии, Вюртемберге. В Берлине рабочие вели баррикадные бои с войсками и полицией, которые завершились победой повстанцев. Было сформировано либеральное правительство, и это вызвало подъем рабочего крестьянского движения. В мае 48 года, 1848, открылось избранное прусское национальное собрание. Другие восстания, Баденское и прочие, были подавлены. Немецкая буржуазия начала постепенно переходить в лагерь контрреволюции. И прусский король в ноябре 48 года сформировал новое правительство из крупных феодалов и высшей бюрократии. В начале 1849 года начались восстания в Саксонии, Рейнской провинции и других областях Германии, защиту Конституции, которая была принята в марте 1849 года. Восстания эти были подавлены, и в конце концов, к сожалению, это означало поражение революции в Германии, а в Пруссии утвердился реакционный режим. Теперь поговорим о франко-прусской войне и провозглашении Германской империи. В ходе именно этой революции в Германии был еще раз очень остро выдвинут вопрос, поставлен о национальном объединении страны, об устройстве единой Германии. Сложен был вопрос о том, под чьей эгидой состоится объединение страны, под эгидой Австрии или Пруссии. Большая часть германской буржуазии поддержала план создания Малой Германии, то есть объединение немецких государств под эгидой прусской династии Гогенцоллернов, без участия Австрии. И важный момент, в 1862 году во главе правительства Пруссии был поставлен Отто фон Шонхаузен Бисмарк, а бундесканцлер, ответственный лишь перед президентом Северогерманского союза, которым являлся король Пруссии. А, кстати, им был Вильгельм I. Бисмарк приступил к объединению Германии, как говорили, железом и кровью. Поначалу первым шагом в объединительном процессе стали войны Пруссии с небольшими государствами, с небольшим государством европейским, с Данией в 1864 году и более крупным Австрией в 1866 году. В этих двух войнах Пруссия победила, и по пражскому миру государства Ганновер, Гессен, Нассау, Франкфурт были присоединены к Пруссии. Австрия устранялась от участия в решении германских вопросов. Пражский мир также предусматривал создание Северо-Германского союза из государств, расположенных севернее реки Майн. Теперь Пруссия стала действительным лидером национального объединения Германии. Военные и политические успехи Пруссии стали пугать Францию. Правительство Наполеона III, который в этот момент был у власти во Франции, вы помните, он произвел государственный переворот, вначале был избран президентом, а потом совершил переворот и был провозглашен императором Франции под именем Наполеон III.
И вот правительство Наполеона III сочло своевременным в 1870 году начать против Пруссии войну. А поводом стала так называемая Эмская депеша, об этом отдельный разговор на семинаре. Но Пруссия оказалась гораздо более подготовленной к войне, чем Франция. Пруссия мобилизовала свыше 1 миллиона солдат и офицеров, французская армия после мобилизации насчитывала около 500 тысяч человек. И, кроме того, прусская армия превосходила французскую и количественно, и качественно, и в плане вооружений. На первом этапе франко-прусская война являлась для немцев исторически прогрессивной, так как они стремились завершить национальное объединение Германии. Франция же ставила целью задержать или вообще отменить объединение германских государств в единое государство и сохранить за собой преобладающее влияние в Европе. 4 августа 1870 года германские войска начали общее наступление, а Франция стала терпеть неудачи. В сражении у Седана немецкие войска нанесли сокрушительный удар французской армии. 2 сентября по приказу Наполеона III Седанская крепость капитулировала, а сам Наполеон III сдался в плен Пруссии. Там, кстати, он умер в прусском плену. А теперь Германия стала вести захватническую войну. Она стремилась отторгнуть от Франции пограничные области Эльзас и Лотарингию. В конце октября 1870 года маршал Базен без боя сдал Германии крепость Мец с почти 200-тысячным войском. И теперь прусская армия приступила к осаде Парижа. И вот во время осады Парижа 18 января 1871 года Вильгельм I во дворце французских королей в Версале в торжественной обстановке был провозглашен наследным королем Германской империи, кайзером. Кайзер — это тоже германизированный цезарь. От этого, кстати, происходит русское слово «царь». Надо сказать, что Франция подписала мирный договор на очень тяжелых условиях. Это было в мае 1871 года. Франция выплатила Пруссии 5 миллиардов франков контрибуции и уступила Германии Эльзас и северо-восточную часть Лотарингии. Победа Пруссии над Францией довершила объединение Германии в единое государство, Германскую империю. Это произошло сверху в ходе войны. И первым, говоря современным языком, премьер-министром Германской империи единой стал Отто фон Бисмарк. Он получил должность федерального канцлера. Итак, Вильгельм I был первым кайзером Германии, а Бисмарк был первым канцлером Германии. И те государства германские, которые до этого оставались вне Северо-Германского союза, тоже были подчинены Бисмарком Пруссии. И в апреле 1871 года была принята Конституция Германии, которая утвердила федеративное государственное устройство страны. И вот начался период канцлерства Бисмарка, когда он одним рывком таким очень далеко двинул Германскую империю в число передовых государств Европы и мира, произвел в стране промышленный переворот, но это вот отдельный разговор тоже, наверное, на семинаре. У нас осталось немного времени, очень коротко о монархии Габсбургов в новое время, Австро-Венгерской империи. В середине 19 века Австрийская империя была многонациональным государством, в котором более половины населения составляли славяне, это балканские народы, это чехи, словаки и так далее. Уничтожение национального федерального гнета, завоевание независимости угнетенными народами, свержение монархии Габсбургов было важнейшей задачей буржуазной революции 1848-49 годов в Австрии. Чтобы остановить революцию, Фердинанд I, австрийский император, он отстранил от власти канцлера Меттерниха, был принят закон о введении всеобщего избирательного права для мужчин, крестьяне добились отмены крепостного права. А в Венгрии в революционном движении, помимо собственных венгров, активно участвовали славянские народы. Но в начале 1849 года с введением на территории Венгрии 80-тысячного русского войска под командованием генерала Паскевича венгерская революция была подавлена. То есть Россия опять сыграла роль так называемого жандарма Европы. А уникальным автором монархия Габсбургов была тем, что это была Австро-Венгерская империя, такая дуалистическая монархия. Дуал значит двойной, двойная монархия. То есть император Австрии одновременно был и венгерским королем. У Австрии и Венгрии были разные парламенты, разные законы и разные министерства, кроме трех. Три было общих министерства, включая военное министерство и министерство иностранных дел. У нас осталось совсем немножко времени. Вопросы для закрепления. Первое. Что собой представляло германские государства к началу нового времени? Назовите самых ярких представителей германского просвещения. Какое германское государство сыграло решающую роль в объединении страны?
кто был первым канцлером и первым кайзером Германии, и что собой представляла монархия Габсбургов.